Бодрая реклама. Да, ну типа надо. О, блядь! Переиграно. Нормально исполнено. Прям вот. На старт. Ах, ты вообще повесил? Не. Блять, еще и патроны говно заряженные. Да что ж такое? Что это за, блять? Это я с кого-то снял, походу. А. Дурак пирожок у вас остался. Даже не знаю, стоит ли его идти по балкону и там. Бегай там. Я нихуя не понял. Он бежал слева от меня за стенкой. Этаж ниже. Хуя, по-моему. Ну, ты мне один. Кажется, ты мне один. Отъемся. Да мне на секунду, блять, АФКшнуть надо. Игра стартанула. Что, я тут? Глазки будут слишком ярко, что ли? Лучше? Но это освещенное помещение. Сейчас может быть очень темно у вас. Или нормально? Чё, как? Запустим? Нормально сделал? На, я заблик. А, до свети.
Блять, забыл кое-что сделать. Очень, кстати, важную вещь. Включить смайлик. А вы покажите этот смайлик в чат. Под ноги. А зачем под ноги смотреть? Целая солева лежит, пиздец. О, это, кстати, хороший магазин, блядь, засунуть бы куда-нибудь его. А я его никак не могу физически взять, блядь, мне не хватает места в разгрузке. Лол, блядь. Бетховен и беру. Парни, почем Бетховен? Немножко вложил денег в Бетховена. Блять, а почему я не могу магазин сразу положить под сумму до магазинов? Несправедливая хуйня. Эта хуйня еще 50к стоит, смотрите, надо ее платить. Просто оно, по сути, место у меня не занимает. Но мне надо как-то его взять в руки. Выкинь кейс на пол, и как-то поможет. Не могу переловить их, как публик прикладывает.
We will fuck them up. Занято, блядь. Заебали, блядь. Сколько у вас гранат, блядь? Там три челика было, получается, и одного убил. Хорошо, что проверил. Блять, гранат нет у твоего друга, сука. Снизу, да их дохуя, очень сложно за снизу, не? Глубже был неплох. Пуп нормально был. Это за сегодняшний. Я думал, хуже будет. Keep them pinned down!
Push! Push! Шея заболела, блядь, не знаю почему. А, блядь, шея реально заболела. ПП. Наверное. Бля, наверное, брат. Это хуй знает, даже не знаю. Но было напряженно относительно. Четверг получается играли они прям. Бля, это залутанный пиздец, оно выглядит, конечно. Опасно. Троих я убил, блядь, скольких я убил, подожди. Троих получается. Троих. Где четвертый вообще? Видимо, труп просто ебнул. Очень ебнул, убил. Блять, это мне. Пойду водички налью, сейчас вернусь. Светит с фонарем, кто-то светил только там. Там бота можно. Фонари иногда через этажи светят. Да, я и говорю. Он идет на сторону, видишь? Пак. Пак. Последний момент, когда ты видишь, два челика на тебя нацелились, а у тебя дробовик с фонариком. Да, он уехал. Очень жалько. Да я в него, блядь, я, кстати, могу уезжать с моим лутом. Но... Как хочешь, можешь поехать. Можешь поехать? Да? Ну типа... Давай, я просто полностью запаканный, мне, у меня нет свободного места. А ну подожди тогда, подожди, не уезжай. Ты уехал? Да я буду. Не, я что-то... Вот. Пойдем. Смотри еще, кстати, спекация. Когда вот так здесь, типа, иногда слева будут люди, вот отсюда можно сверху. Нормально. Верхотуры. О, у него какая-то неплохая пушка, кстати, калаш, по-моему. Вот с ним я и поеду. Да. Да. Устал? Прямай. Ну че? Это что, кстати? Thank you.
Блять, нам пизда. Пока, Алько. Минус сердце. Блять. Ты слишком рано нажал. Блять. Выжи. Она там взрывается, да? Взрывается, блять. Ёб твою мать. Нажимай, говорит Алькор. Я нажимаю. Выходит, бросает гранату в закрывающуюся дверь. А я выхожу, и меня заталкивают назад, и я понимаю, что типа эта текстура, типа, все уже. Пизда. Я хотел помолиться дважды, чтобы ты понимал. Это день помолился. Ты пытался с собой накрыть, что ли, ее, блять, или что? Я помолиться дважды пытался, блять, чтобы она не взорвалась. Я больше так делать не буду никогда. Оу, блядь. Чат весь охуел. Она же не могла взорваться, Дима, да? Не могла? Могла, братан. Я видел клипы, как челик кидает и взрывается. Блядь, такой, ой, сори. А там взрывает там четверых-пятерых. Ой, блядь. Ой, блядь. Скиньте клипы, Селькор посмотрит, как это было. Кинул бы раньше, да, если бы я кинул на полсекунды раньше, мы взорвались, это уже пиздец был бы. 1/100 секунды. 1/100, я тебе говорю, это просто такие тайминги, блядь. 1/100 секунды, блядь, Дима. Ну все нормально, слушай.